Места лайн, а мов джуж, под маканах пюрец. Участники конференции, приветствую всех с очередным, можно сказать, юбилейным 5-м заседанием Лазаревского клуба. Клуб стал важной площадкой, где на высоком профессиональном уровне рассматривается актуальная тема, связанная практически со всеми сферами жизнедеятельности государства и общества, внешней и внутренней политики. Деятельность Лазаревского клуба – это весьма сильное связывающее звено между братскими армянским и российским народами. Острота переживаемого момента на фоне происходящих в мире процессов требует от нас использовать эту постоянную площадку для обстоятельного анализа существующих реалий, выработки всесторонне взвешенных подходов по их оценке и определению соответствующих задач. Я более чем уверен, что ни у кого из присутствующих нет никаких сомнений, что здесь участвуют люди, которые не только являются сторонниками дальнейшего упрочения армяно-российского сотрудничества, но и сами являются активными участниками этого процесса, каждый в силу своих возможностей. Хотел бы также особо отметить, что не было ни одного заседания, где не затрагивался бы Арцах тема и вопросы, связанные с его прошлым, настоящим и будущим. И это совершенно объективно. Ведь Карабах играл, играет и будет играть одну из ключевых ролей в истории и геополитике Закавказья, армянского народа и государственности. Трудно переоценить роль Арцаха в обеспечении военно-стратегического баланса в регионе, формировании безопасной и предсказуемой геополитической конфигурации также и для Российской Федерации. Дорогие друзья, сегодня мы переживаем переломный этап в истории. Наши страны и народы сталкиваются с глубинными угрозами безопасности. Мы оказались перед серьезным выбором. Либо с учетом быстро меняющегося миропорядка внести существенные корректировки в нашу жизнедеятельность, либо, не замечая происходящих перемен, скатываться на уготованные для нас другими центрами силы позиции. Это будет иметь опасные последствия. Ведь можно без преувеличения сказать, что на кону наше общее будущее. Для недопущения таких последствий и нейтрализации угроз необходимо проводить ярко выраженную принципиальную и максимально активную политику. В данном контексте особо показательным предстает политика Турции, ее действия до и после 44-дневной войны 2020 года, навязанной Азербайджаном Нагорно-Карабахской республики. Турция, член НАТО, абсолютно не скрывала и до сих пор четко заявляет о том, что именно она стояла рядом с Азербайджаном, активно поддерживала его в агрессии против Арцаха. Маленький Нагорный Карабах с населением 150 тысяч человек, который провозгласил свою независимую государственность в строгом соответствии с нормами и принципами международного права, строил демократическое и правовое общество, оказался один на один со странами с совокупной численностью населения 95 миллионов человек, членом НАТО и тысячами международных террористов и головорезов, При полном бездействии международного сообщества и стран, своевременной реакции которых с таким нетерпением ждал народ кровоточащего Арцаха. Говорить об этом приходится с большой болью. Сейчас Арцах тяжело ранен, а у наших врагов нескрываемое искушение окончательно уничтожить карабахскую армянскую государственность,
с тем, чтобы осуществить свои экспансионистские и человеконенавистнические планы. Очевидно, что силы, которые хотят передела геополитического ландшафта Кавказа, вытеснения отсюда России и демонтажа армянской государственности в качестве ключевого компонента для достижения успеха рассматривают уничтожение Нагорного Карабаха. Так было в прошлом, то же самое мы видим и сейчас. Допустить этого нельзя, и пока есть возможность, необходимо совместными усилиями предпринимать соответствующие шаги. Надо исключить ошибки и просчеты, которые будут иметь необратимые последствия. Надо прекратить заигрывание, представляющее прямую угрозу нашим национальным интересам. И хорошо, что в наших обществах есть люди, а их большинство, которые знают подлинную цену и искренне дорожат дружбой между нашими народами. Особо хочу отметить роль Константина Федоровича Затулина. Он, как истинный патриот своей страны, делает очень многое, защищая ее интересы, вносит достойный вклад в укрепление российско-армянских отношений. Я хочу воспользоваться возможностью и еще раз поблагодарить Константина Затулина за его активную позицию. Уважаемые присутствующие, хотел бы пожелать всем участникам активной и плодотворной работы. Думаю, обсуждения, которые будут иметь здесь место, внесут свою лепту в дело объективного анализа складывающейся обстановки в нашем регионе и в мире в целом, помогут выработать правильные и адекватные подходы в их оценке и реализации. В истории у нас уже были тяжелые времена, когда наши братские народы рука об руку, даже будучи в численном меньшинстве и практически в безнадежном положении, благодаря мужеству, самоотверженности, братству и непоколебимой вере одерживали славные победы, вдохновляя своим подвигом будущие поколения. И я уверен, что нынешнее время не станет в этом смысле исключением. Благодарю.